Милиция продолжает поиски пропавшей жительницы Сухума. 5 января продолжились усиленные поиски гражданки Софии Олейник, пропавшей 27 декабря. Совместными силами Чемчирского, Гулрыбского, Ткуарчалского, Галского, РОВД, УВД по городу Сухум, а также оперативных подразделений Центрального аппарата МВД Республики обследованы села Чемчирского района. Джал, Губ, Беслах, Покуач, Акваске. В последнем Софию Олейник видели 1 января. К поискам присоединились местные жители. По всей указанной территории развешаны фотографии пропавшей. Поиски, осложнившиеся ливневыми дождями, продолжились и до наступления сумерек. Сотрудники милиции обошли десятки домовладений, опросили местных жителей. Однако никакой информации о местонахождении Софии Олейник на данный момент нет. Поиски гражданки Олейник продолжаются.